Чому? На середину. Але боксер готовий, генерал. Го! Менше, менше, тримай. Фіксуй, фіксуй. Висієм на середню. Кто? Борис. Руку держит. Кто? Второй. Борис. Не бури. Вот. Ему 14 лет, представляет город Сумы. Боксом занимается 3 года, провел 48 боев, 35 одержал победу. Является призером чемпионата Украины, тренируется под руководством Виктора Петриченко. Добавити надо. Все, фінал. Лівий право.
Юда, хорош! Хорош! Сей, 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 кого ждет? Руки тут в рот! Руки тут в рот! Руки тут в рот! Руки тут в рот! Ну давай, мой! Он кандидат мастера спорта, ему 14 лет, представляет город Жарков. Боксом занимается 4 года, выиграл бойцовский бег пути, одержал победу. Является финалистом чемпионата Украины 2014 года, а также призером чемпионата Украины 2015 года. Тренируется под руководством Юрия Слава. Бою со счетом 1-2 победу одержал Владимир Медведенко. Это финальная пара в категории до 48 килограмм. Боксеры награждаются. За второе место награждается Андрей Масонзенко. Умань. Чемпионом области весовой категории до 48 килограмм стал Владимир Медведенко Жашков.
Я не согласен. Не на судейское приказ.